Свалка – одна из самых острых экологических проблем Твери и Калининского района. Но выход есть – строительство современного полигона. Полигон – это не свалка. Полигон твердых бытовых отходов – природоохранные сооружения, предназначенные для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов – ТБО. Основные задачи, которые должен решить данный полигон – обеспечить защиту от загрязнения атмосферы, грунтовых вод и почв, исключить воздействие отходов на человека и природную среду, препятствовать распространению болезнетворных микроорганизмов и их носителей. Разработка проекта и строительство полигона ведется строительной компанией «Гидрокор», которая имеет большой опыт строительства современных полигонов твердых бытовых отходов в России, включая сложно-рельефные территории Сибири и Дальнего Востока. Полигон ТБО будет расположен на 21-м километре Бежецкого шоссе. Особо следует подчеркнуть, что строительство и эксплуатация полигона будут соответствовать всем экологическим нормам Российской Федерации. Полигон ТБО будет включать в себя площадку для сортировки мусора, так называемые карты со специальным противофильтрационным экраном для складирования отходов, где эти отходы будут чередоваться со слоями грунта и уплотняться. Что же представляет собой карта складирования отходов? Это котлован, который застилается геотекстилем и геомембраной. Далее геомембрану сваривают, что позволяет полностью изолировать почву от соприкосновения с отходами. Далее геомембрана покрывается слоем геотекстиля. Подобная технология обеспечивает предотвращение загрязнения почвы, грунтовых и подземных вод, не допускает выноса загрязняющих веществ в поверхностные водоемы. Кроме того, на полигоне будет обеспечена экологическая безопасность. Для этого будет установлен датчик радиационного контроля, разработано и смонтировано очистное сооружение, которое предотвратит сброс сточных вод, а специальный пруд-регулятор отведет талые и ливневые воды. Также будут функционировать контрольно-наблюдательные скважины, ограждающий канал и ДЭС-барьер. В рамках обеспечения охраны и пожарной безопасности на полигонах такого уровня устанавливают контрольно-пропускной пункт, наружное освещение, противопожарные резервуары и обеспечивают круглосуточное наружное видеонаблюдение. Таким образом, современный полигон ТБО – это один из самых надежных и широко применяемых в мире способов борьбы с загрязнением окружающей среды, который позволит решить одну из самых острых экологических проблем – Твери и Калининского района.